В округе идет реализация подмосковного проекта «Безопасность дорожного движения». В его рамках стартовала специальная акция «Засветись». О кампании рассказали сотрудники Люберецкой госавтоинспекции. С наступлением осени водители все чаще оказываются на дорогах в условиях недостаточной видимости. Темное время суток или сумерки часто сопровождаются дождем, слякотью или туманом. В таких условиях находящийся за рулем воспринимает только 5% информации от той, которую мог бы получить днем при хорошей погоде. Наезд на пешехода является одним из наиболее травмоопасных видов дорожных аварий. Почти 70% наезда совершаются в темное время суток или в условиях недостаточно хорошей видимости. Из 844 человек, ставшими участниками ДТП в качестве пешеходов, только 22 использовали световозвращающие элементы. Это менее 3%. Продвигать инструменты защиты и соблюдение правил дорожного движения среди пешеходов в Подмосковье будут с помощью специального раунда «Засветись». Кампания продлится до 29 ноября. Под особым контролем безопасность юных пешеходов. С 21 сентября по 25 сентября проходит неделя безопасности дорожного движения. Направлена она будет на повторение именно правил дорожного движения в образовательных организациях с учащимися. С детьми организована работа по профилактике травматизма на дорогах. Проводятся инспекторами уроки по безопасности дорожного движения, выступления отрядов ЮИД. В рамках недели безопасности совместно с педагогами школ была налажена работа специальных патрулей. В часы пик движение детей на наиболее оживленных пешеходных переходах дополнительно контролировалось родителями из инициативных групп. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.